Здравствуйте, Виктор. Это видео про Ролинар. Это байонет Ролинар. Это родной кожаный чехол. И вот сам объектив. Передняя крышечка. Объективчик. Объектив состояния нового. Сделан в Японии. Вот он, сменный байонет. И сейчас я вам продемонстрирую вкратце его функциональность. Как обычно, надеваете объектив в камеру, шкала находится в правильном месте, диафрагма открывается, закрывается хорошо, кольцо фокусировки крутится очень плавно. Фокусное расстояние запрограммировано согласно объективу 28 мм, диафрагма 2,8. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Активирована функция фокус, ловушки фокуса. Сейчас, смотрите, объектив сфокусирован на бесконечность. Вы слышите звуковое подтверждение, в видоискателе видно подтверждение. Цветовое, и вот картинка. Сейчас я упакую объектив и завтра буду готов его отправить вам сразу, как получу оплату. Спасибо за внимание.